Очень простой способ перекусить – запеканка в мультиварке. Рекомендую рецепт цветной капусты с яйцом в мультиварке на все случаи жизни. Часто делаю такую запеканку, не обязательно с цветной капустой. Для приготовления цветной капусты с яйцом в мультиварке берем твердый сыр, приблизительно треть стакана муки, свежую капусту цветную, майонез можете заменить на сметану, смотрим далее рецепт. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Капусту делим на соцветия, в мультиварке отварите в режиме варка минут 15-20. Пока варится капуста, сделайте заливку. Смешайте яйца, муку, молоко, майонез и горчицу. Получается как тесто на блины или оладьи. Отварную капусту измельчите слегка, выложите на дно мультиварки. Заливаем тестом и посыпаем тертым сыром. Включаем режим выпечка на 20 минут. Готовую цветную капусту с яйцом в мультиварке можете посыпать зеленью. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот из чего готовим блюдо. Капуста, 400 грамм. Яйца, 2 штуки. Майонез, 3 столовые ложки. Молоко, 0,5 стакана. Горчица, 1 чайная ложка. Мука, 1 стакан. Сыр, 200 грамм. Количество порций, 3-4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Заходите снова.